ребята, ну давайте, начинаю я, в общем, рассказывать сегодня. Смотрите, тема будет про лидеров мнений. В двух словах вообще, кто-нибудь как-то слышал этот термин, как-то может объяснить своими словами, что такое лидер мнений? Сейчас такое трендовое, модное слово. Никто не хочет рассказать свое понимание. Зульфия, ты все знаешь. Давай я тебя послушаю. Хорошо, ребята. Ладно, сейчас включай тогда эту демонстрацию. Демонстрация, что у нас тут? Открываю слайды. Включаю демонстрацию. Так, сразу все подвисло. Ничего, сейчас разберемся. Так. Все, теперь и зум подвисился. Меня слышно вообще? Да, да. А видно сейчас? Лимон видно. Ну, отлично. Что-то все висит. Вот тебе рабочий стол видно. А теперь лимон видно? Теперь лимон видно. Отлично. Смотрите, ребята, сегодня будем разговаривать о лидерах мнений. Вообще, что это, как это, для чего это нам надо и как это вообще поможет нам построить команду нашей мечты и вообще получать именно, ну, как и бесплатная прокачка своих страниц в соцсетях, профилей, там, каких-нибудь сообществ, которые мы создаем. Ну, нам интересно, кто такие лидеры мнений и как на этом получить нам трафик входящий. Именно тогда, ну, сделать так, чтобы люди сами нам писали в личку и приходили именно те люди, которые заинтересованы, а не те, которые там, ну, просто там нечего делать. Такой своего рода будет фильтр на качественных таких, даже не теплая будет аудитория, а такая именно горячая, как некоторые называют, там, пятизвездочные, там, партнеры, ну и, в общем, те люди, которые реально заинтересованы в заработке, которых не нужно тянуть там и вообще там что-то там им рассказывать, они уже сами будут заходить и замотивированы, и будет команда у нас именно реально замотивированных людей, которые готовы зарабатывать нормальные деньги. Так, друзья, ну по лидерам мнений, я думаю, все слышали, это сейчас тренд, я даже скинул сегодня там в чат эту там флешку, гифку, которая там миллиардер рассказывает о том, что сейчас тренд даже у богатых людей, это меряться не длиной ли яхты, а количеством подписчиков в соцсетях. Все понимают, что там даже там он цифру назвал такую, что хотя бы 30 тысяч человек подписчиков должно быть у любого человека, который там зарабатывает деньги и который там считает себя, что он там богатый, какой-то влиятельный, и, ну, у него есть своя команда. Естественно, к этому мы хотим вас обучить, и сегодня будем рассказывать именно, как использовать лидеров мнений, как можно привлекать трафик со страниц лидеров мнений и именно получать, как я уже сказал, таких горячих, прокачанных людей в нашу команду. Но смотрите, все, наверное, знают, что там, например, ну, в каждой тематике есть свои там... Опять же, давайте остановимся, что такое лидеры мнений. Ну, раз мнение, значит, у человека есть свое мнение. И раз он лидер, значит, к его мнению, ну, как бы прислушивается большое количество людей. У него есть свои там подписчики, там, сейчас я уже сказал, что такой тренд, хотя бы 30 тысяч подписчиков должно быть по тематике. И тогда человек считается каким-то там лидером мнений. Ну, на самом деле, можно там, вы видите, можно там и 10 человек в своей команде иметь прокачанных, и они будут там помогать вам зарабатывать хорошие деньги. Поэтому, смотрите, про лидеров мнений мы уже поняли, что это там, например, там люди, которые в соцсетях имеют свои... Так, ребята, у кого-то микрофон. Давайте, наверное, отключим эти микрофоны. Олег, а запись кто-нибудь делает?
Да, да, я включил запись. Ребята, повыключайте, пожалуйста, микрофоны. Так, сейчас. Принудительно. Да нет, некоторые, выключай сам. Да я уже понял, все, повыключал. Смотрите, друзья, самый быстрый вариант, вы уже поняли, вы уже там молодцы, красавчики, там пишете тексты, начинают, уже смотрю, очень многие начали, влились в это движение, мы показали, как писать тексты, вы начали писать очень интересные тексты, классные, все, теперь нужно на ваши страницы, ну, там, профиля, там, в соцсетях добавить, как бы, трафик, который, ну, целевой аудитории, который заинтересован, который теплый, горячий и который будет, ну, который будет реально работать и увеличивать вашу команду, ваши чеки. Наталья. Буду выключать. Я выключаю, кто-то включает. Ладно, друзья. Смотрите. Все там знают, например, там, ну, там, в каждой тематике есть свои какие-то там лидеры мнений, которые имеют... Так, надо, наверное, у всех попробовать выключить. Все. Так. Загружаем, например, я сейчас открываю, там, надеюсь, вы увидите. YouTube вам видно, ребята? Да-да, видно. Отлично. Смотрите, друзья, буду рассказывать просто, как, в чем суть заключается вообще там использование лидеров мнений. Это, ну, привлечение внимания к своей странице. Изначально у них уже есть свой трафик, поэтому, когда мы будем писать, например, те же комментарии, осмысленные по теме там какие-нибудь, ну, те, которые привлекают внимание, естественно, большая часть людей, которые к ним заходят, они будут заходить, естественно, смотреть на вашу страницу. Кто такой умный, кто такой... ну, смелый, и кто такой новый лидер мнений. Как это делать, я расскажу, если вы думаете, что это сложно, что вам нужно какие-то там суперзнания, чем-то отличаться там каким-то там, ну, не знаю, там, иметь супер там какой-то там, ну, я не знаю, какие-то знания для того, чтобы люди заходили к вам на страницу, и ваши комментарии находились в топе, и, естественно, видели вас как нового лидера мнений. Я расскажу, ничего там для этого не нужно, я расскажу фишки определенные, которые будут все ваши комментарии, если вы будете делать по этому шаблону, вы будете всегда там привлекать внимание, и люди будут, естественно, переходить на вашу страницу. Теперь рассказываю. Смотрите, друзья, для начала давайте ответим на вопрос, как находить этих лидеров мнений, где их брать и как вообще, что потом с этим всем делать. Смотрите, например, для того, чтобы находить тематические те же ролики и тех же лидеров мнений на YouTube, все очень просто. Есть поиск, вы набираете, например, сетевой маркетинг. Здесь есть вот фильтры. Не знаю, там на телефоне, наверное, тоже есть, на компьютере точно есть. Нажимаете фильтры и здесь, смотрите, ставите, выбираете. Здесь можно выбирать там рейтингу по всему. Ну, нам интересно свежие ролики, которые недавно выложили, естественно, которые только набирают популярность, просмотры, и туда будет максимум заходить людей. Выбираете, например, сегодня можно там за последний час, если большие там сильно, как бы много очень просмотров, ну, лучше выбирать там за сегодня. Показывает, вот в поиске выдает, закроем сейчас этот фильтр, выдает вот за сегодня все эти ролики. На этом мы сейчас рассматриваем на примере YouTube. Здесь вы можете посмотреть, сколько подписчиков у людей, сколько просмотров на данный момент. И, естественно, любой ваш комментарий, например, давайте там откроем, ну вот у человека 6500 просмотров. Открываем его. Видео. Почему я рассказываю сразу про YouTube? Потому что именно 3 года назад, когда я открывал там первый свой YouTube-канал, я применил эту технику, и буквально там за несколько недель у меня там пошли первые просмотры, которые, ну, нормальные уже. И, ну, в отличие от тех моих там знакомых, которые не делали это, не применяли технику, им, ну, пришлось довольно-таки там
долго по сравнению со мной привлекать и людей, и первые у них, ну, все знают, что там на Ютубе можно по полгода, там, по году, по несколько лет. Кто-то говорит, 3 года надо продвигать ролики свои для того, чтобы люди пошли и там начали, естественно, заходить к вам на канал и смотреть. Смотрите, вот тоже у человека там 6500 целевых подписчиков по теме сетевой и заработок без вложений, ну, тут без вложений, тогда понятно, можно сразу тогда отбрасывать этот, например, ролик, если без вложений. Нам интересно сетевой маркетинг, там, где люди, там, например, там, с вложениями. Ну, сетевой маркетинг без вложений, я думаю, это он просто такой прохайпится, захотел, написал такое ключевое слово. Но вы смотрите, по сути, человек сделал работу, выложил ролик, и сюда будет YouTube давать трафик. Со временем, чем хорош YouTube и почему я остановился именно в первую очередь на данной соцсети, здесь есть такое, ну, отличие от всех соцсетей. Если, например, в том же Инстаграме, там, ВКонтакте, со временем пост там уходит куда-то и там все меньше трафика, на Ютубе, наоборот, чем старее ролики, со временем получается больше просмотров. Есть некоторые там через полгода или там через там 3 месяца выстрелить ролики, набрать там несколько там сотен тысяч просмотров, а то и миллионов. Поэтому смотрите, здесь, например, комментариев нет. Если вы напишите комментарий какой-нибудь по теме, ну, дальше я расскажу, как писать именно комментарии, на что обращать внимание, чтобы люди заинтересовались вами, видели вас лидером мнений и переходили на ваш канал. Если вы здесь напишите комментарий, оставите его, и он уже здесь останется навсегда. То есть люди все, которые будут заходить и смотреть этот ролик, будут часть переходить, естественно, целевые, теплые, будут переходить на ваш канал. Свой канал, я думаю, вы сможете создать элементарно. Кто не может там создать, посмотрите, там на YouTube есть ролики, там это не проблема. К тому же я уже выкладывал видео по софт-скиллам, там я рассказал, как искать информацию, как быстро обучаться, это сложного ничего нет. Если вы пока там не хотите или пока не готовы выкладывать свои видео, можете брать с моего канала, там все видео по лицензии Creative Commons, можете выкладывать у себя, скачивать и выкладывать у себя на канале. Единственное, по правилам YouTube, здесь в описании, где-нибудь внизу, ставьте ссылку на мой канал и все. А здесь все остальное вы можете писать, ставить свои там ссылки на свои чаты, реферальные там ссылки, свои контакты, все, что хотите для продвижения у себя на канале. Скачал просто видео любое там наших презентаций, можете брать видео, там, я не знаю, там все видео, которые касаются там проектов, все можете себе скачивать, все видео доступны для скачивания бесплатно. По Ютубу я рассказал, смотрите, друзья, теперь берем, например, тот же самый Инстаграм, то же самое здесь происходит, ну, чуть тут другой поиск, но суть та же самая, вверху вот вы видите поиск, вот вы видите там, например, вводите там сетевой маркетинг, там MLM, вам выпадает сообщение, посты самые там, опять же, вы видите всегда вверху посты, которые там будут набирать больше всего лайков, там, репостов, ну, тут я не знаю, репосты есть или нет, лайки будут собирать или, ну, и комментарии. И, опять же, вы выбираете там лидера мнений или, например, ну, вот как я открыл там Артем Нестеренко, например, у него 167 тысяч подписчиков, многие знают, он ведет там курсы для именно сетевиков, для, ну, там, основа построения команды, то же самое там. И у него уже база готовая сетевиков, которые плюс там и с деньгами, которые покупают у него курсы, там они не очень дешевые, там, скажем. Ну, люди здесь очень теплые. Здесь смотрим, например, что делают люди. Вот заходит там 1000 там у него лайков, 2000. Открываем любой его пост и смотрим. Вот там пост у него. И дальше, например, смотрите, вот пошли комментарии. Люди там, в принципе, смотрите, вверху, опять же, правило, запоминайте, что чем больше на ваш комментарий ставят там понравилось, там лайков, чем больше там ответов, тем выше он будет. И те люди, которые заходят, у него 167 этих тысяч подписчиков, они заходят, и большинство читает, естественно, комментарии. Если комментарий будет интересный, там, смешной, или там какой-нибудь там, ну,
привлекать внимание, естественно, люди заходят. Плюс, если у вас будет интересная, например, аватарка, и там может быть какой-то прикольный ник или какой-то, наоборот, оригинальный, люди, это все привлечение внимания, люди будут заходить к вам на вашу страничку, там, профиль или это, ну, в зависимости от там, соцсети. Например, ВКонтакте то же самое происходит и ВКонтакте, то же самое есть поиск, там есть и по сообществам, и по людям, и по видеозаписям самым популярным, то же самое происходит. То есть для начала я рассказал, как искать в разных соцсетях, как находить лидеров мнений, как находить популярные там, какие-то записи, их можно комментировать и нужно, и ваши комментарии будут привлекать на вашу страницу, на ваш профиль дополнительный, естественно, трафик. Для того, чтобы, ну, естественно, давайте сразу открою сейчас, открыл я эти слайды, и будем уже теперь по слайдам рассказывать. Первое, что я рассказал, выбираем лидеров по вашей тематике. Ну, естественно, я показал, как там в поисках в зависимости от разных соцсетей можно находить этих лидеров по вашей тематике. Естественно, ну, ключевые слова, я думаю, вы подберете без проблем, вы уже их знаете, особенно те, которые пишут статьи, они их знают. Дальше смотрите, какая фишка. Вы на них подписываетесь и включаете уведомления. Например, там на YouTube есть там колокольчик этот, нужно нажать, на Инстаграме тоже включить уведомления. И здесь своя фишка, что именно когда вы... Ну, для чего мы это делаем? Для того, чтобы как только выходит самый свежий там ролик, свежий пост, вы сразу же комментируете, и ваш комментарий становится одним из первых, и вы, естественно, становитесь в самом верху, и больший охват вашего комментария. Так, смотрим. Следующее. Ну, вот я рассказал. Чем больше комментируете, чем быстрее комментируете, тем больше охват. Смотрите, очень важно, то, что мы рассказывали на предыдущих зумах, ваша страница или профиль, они уже должны быть подготовлены. Как мы, Макс там хорошо все рассказал, по полочкам разложил, я думаю, видео вы посмотрите, если кто-то не видел. Ну, естественно, там должны быть и нормальные статьи, и нормальные призывы к действию, и контакты, и куда вам писать, и чтобы люди, попадая к вам, они понимали, что вы им предлагаете, и какие их выгоды, и как, ну, как с вами связаться. То есть призыв к действию и описание то, что вы как бы рекламируете, предлагаете людям. Про привлекающую внимание аватарку и ник я там тоже сказал, в принципе. Они там тоже хорошо привлекают. Ну, как бы это, опять же, это законы привлечения внимания, что люди смотрят на то, что им нравится, на то, что отличается. Так. Теперь смотрите, тоже фишечка такая, которую надо обращать внимание. Чем больше ваш коммент соберет лайков, там, ответов, постов под него, там, какие-то, может, там, репосты, смотря в зависимости от соцсетей, тем выше он будет, например, на YouTube, вы сами знаете, в Инстаграме и везде. Чем больше лайков и там ответов под него, тем выше этот комментарий, то есть вы больше привлекаете внимание. Если очень много комментариев, люди не будут крутить, там, прокручивать самый низ, они будут смотреть только на самые верхние. И здесь уже как бы вам намек, если вы работаете командой, вы можете друг другу поставить лайки, поддержать, ответы написать. И к тому же, если идет командная работа, люди видят, что несколько людей одну тему там прокачивает, они больше заинтересованы, они как бы такой стадный рефлекс включается у людей, они больше уже заходят на вашу страницу. И там уже как бы больше шансов у вас привлечь внимание. Так, следующее. Смотрите. Чтобы ваши комменты не удаляли. Ну, смотрите. Эти правила вы тоже запомните, потому что, ну, некоторые комментируют не совсем правильно, и их комменты там удаляются, там, ну, буквально они не живут. Поэтому зря вы будете делать, если не будете выполнять эти действия. Смотрите. Основа комментария, который не удаляется, который как бы, ну, автор не будет удалять, а наоборот он посчитает его интересным и полезным. Основа – это согласие с автором. Не надо ни в коем случае с ним спорить, потому что, ну, естественно, такие комментарии никто, автор никакой не будет держать, он просто их удалит, да и все. И дальше смотрите. Согласие, и дальше вы дополняете пост интересной или смешной информацией. Это, я думаю, ну, это тоже основа привлечения внимания. Всем, как бы, ну, у всех есть желание почитать что-то интересное по данной теме. Они пришли, сам пост
они посчитали интересным, и плюс они еще в комментариях нашли еще какую-то интересную информацию или смешную информацию. Поэтому тоже будет привлекать. Так, вот смотрите, если там, например, там вы скажете, что ну я не знаю, что писать в комментариях, вот такое универсальное средство. Юмор по теме, например, анекдоты, шутки, смешные истории, цитаты великих людей по теме поста. Например, если вы там, элементарно, тема какая-нибудь там продвижение или там какой-нибудь там лайфхак какой-то, не проблема по этой теме найти какой-нибудь смешной анекдот, какую-нибудь там шутку найти или там, то же самое любимое, все цитаты великих людей по теме поста. Это очень хорошо воспринимается, я там просматривал все эти комментарии, вы тоже, когда начнете, вы еще тоже получите там обратную связь, начнете сами это делать, смотреть, вы увидите, что в основном заходят цитаты великих людей и шутки по теме данного поста. И это как бы всегда и лайкается люди, и, естественно, поднимается вверх комментарии, плюс люди начинают заходить, посмотреть, чем вы... они видят, что человек реально не боится высказывать там мнение свое, у него как бы нет проблем с коммуникацией, и он, реально он интересен другим людям, и ему, естественно, заходят. Это я уже рассказывал, что не нужно ни спорить, это вообще как бы, когда вы пишете, например, переходите на мой профиль или там, это понятно, что это, скорее всего, будет удаляться автором. Вы просто людям даете пользу, они ничего не требуя, не предлагая, не продавая своих слонов, вы просто делитесь пользой с людьми, и они приходят на ваш профиль, и кому интересно, там уже связывается с вами, и дальше уже идете прорабатывать именно теплую, целевую аудиторию, даже в некоторых случаях очень горячую, если изначально подберете тематических лидеров мнений и... с большим количеством людей. Например, тот же Нестеренко. Я не думаю, что всем нужно именно Нестеренко писать комментарии, но посмотреть его профиль и поработать изначально получить какую-то информацию. И это очень полезно. Поэтому, я думаю, у каждого есть там лидеры, и они их знают. Сетевые. Там, можно искать, опять же, по каким-то там компаниям, по хэштегам компаний каких-то сетевых. Лучше брать таких, которые, например, как Нестеренко, которые не привязываются к какой-то компании, которые, там очень много целевых людей, которые, Нестеренко, какие-то коучи для сетевые, там собираются люди, которые заинтересованы в обучении и платежеспособная аудитория. Так, друзья, я, в принципе, все рассказал. Давайте теперь включайте микрофоны или пишите комментарии, задавайте вопросы, потому что тема такая как бы интересная, и она не сложная, но она довольно рабочая, и многие именно на этой теме хорошо стартуют и привлекают именно бесплатный трафик и сами прокачиваются. Плюс написание тех же комментариев – это тоже как бы, своего рода сторитейлинг и подготовка для того, чтобы писать нормальные там продающие статьи. Друзья, давайте, задавайте вопросы. Я думаю, будут вопросы, потому что тема новая. Нужно ее так структурировать и начать использовать. То есть она в разы просто сделает, эффективнее будет ваше продвижение, и будете получать дополнительно бесплатный абсолютно источник трафика в вашу команду. Тут еще и трафик получается, да, и еще и опыт. То есть человек сможет смотреть на страницы других людей, он же будет писать только тем, кому ему и кто ему приглянется, правильно же? Соответственно, опыт будет перенимать в тематике вообще, да, содержание всей страницы. Плюс, изначально, человек, который увидит ваш комментарий, он зайдет на вашу страницу, он уже будет, это не те люди, которые холодные, с которых надо убеждать, работать с убеждениями. Здесь уже такой уже человек, который реально на 99% будет уже, если он уже вам написал, он зашел на вашу страницу, ему все понравилось, и он вам написал, то этого человека явно не надо будет убеждать какие-то там, тратить очень много времени. Это очень эффективный такой инструмент, его стоит очень применять. Я делюсь только той информацией, это мой опыт, у меня получилось тогда раскачать первый этот YouTube-канал, несколько тысяч буквально за месяц.
людей подписалось. Я просто комментировал YouTube-каналы по тематике и писал там какие-то прикольные посты. Там, это, и, естественно, там до сих пор бы оно работало, если бы там, не удалили, не забанили этот канал. Там, его просто забанили из-за старости. Там уже были ролики, которые там, все знают, кто на Ютубе, там, 3 страйка за 3 года можно получить легко, и это уже, старые каналы банятся. Но это, я сейчас не об этом, мы говорим о том, что можно очень хорошо получать именно теплых таких, даже горячих людей в команду. Это такой фильтр, который будет отсеивать, и плюс проводили мы там опыты, да, и это статистика такая, комментировать, например, такие где-то 100-тысячные, там 50-100 тысяч подписчиков, каналы там даже в том же Инстаграме, один коммент, который выходит топ, он привлекает в день там от 300 где-то человек на, они заходят и там, из них там несколько десятков могут написать там в личку, там в директ, там или куда там, смотря какая соцсеть. Поэтому, друзья, присмотритесь к этой информации, будет видео, пересмотрите. Я понимаю, что сейчас, наверное, вопросы задавать может и рано кому-то. Нужно начинать пробовать, действовать. Это очень рабочая схема, и к тому же она абсолютно бесплатная, потому что многие пишут, что хотят вначале именно бесплатно попробовать привлекать трафик и привлекать горячих людей, которые прокачаны и замотивированы. Так что, друзья, давайте, 7 минут осталось зума. Если вдруг у кого-то есть вопросы, задайте. Если нет, тогда что, будем заканчивать? Олег, мне вообще все понятно, очень хорошо рассказал, так этот, прям в копилку, все знания. Это хорошо, потому что, знаний очень много, а вот рассказать, структурировать, это хочется поделиться по максимуму. Пытался я писать эти, даже начал, заставил себя, хотя не люблю эти все чек-листы, но я их вам скину, вы будете их видеть. Я надеюсь, нормально я рассказал, подробно старался и побольше опыта своего. Ребята, реально очень интересная тема, и она рабочая. Те же самые американцы, они продают на своих платных тренингах очень дорогих эту тему. Просто одну эту тему продают, и они на этом строят очень большие свои сети, команды, применяя только одну эту тему. Все думают, что надо кучу денег вкладывать в какие-то рекламы, какие-то там, какие-то там промоушены. Здесь вот американцы и европейцы очень много лидеров именно выходят от сетевых именно на одной этой теме. Потому что здесь сразу включается фильтр, тебе не надо даже на том же Ютубе, если ты снимаешь видео, там зайдет, не зайдет, очень много людей, которые попадают не очень целевых. Больше таких развлекушных. Например, если выбирать конкретно под какие-то там ключевые запросы, выбирать тех людей, например, там в том же Инстаграме, которые там сразу ты понимаешь, что люди, например, проводят тренинги платные по твоей тематике, значит, туда приходят люди сразу, классный фильтр, платежеспособные и замотивированные. То есть это та элита, это те люди, которые стоят там один, там, может, сотни тех кандидатов, которые вы прорабатываете с нуля, которых нужно обучать, которые будут там вам ныть, там оттягивать ваше время там и внимание. Если вы хотите реально там поднять свой уровень и там в десятки раз, там в сотни раз повысить свой заработок, именно присмотритесь к данной теме. Это просто охрененный инструмент. Да, вначале, может, будет там сложно себя замотивировать и начать делать это каждый день, но на самом деле времени это не занимает тут много, тут те же полчаса, там, может, 20 минут там в день вначале, вы просто присмотритесь, набьете руку, как люди сейчас в нашей команде пишут уже статьи, я смотрю, вообще там элементарно написать статью, а здесь просто комментарии, и очень часто, когда вы начнете делать, вы увидите, что ничего там такого заоблачного и слишком умного не нужно. Тут же какая-то смешная история, какая-нибудь цитата великих людей в интернете, это все ищется за 2 секунды элементарно. Вбиваете тематику, вбиваете цитаты великих людей, анекдоты на тему такую-то,
и там смешные истории на тему такую-то там, и все. Вы получаете кучу внимания, кучу, ну, вы показываете людям, что вы в теме, вы с юмором, вы лидер, вы не молчите, вы не прячетесь ни за кого, вы готовы давать им и эмоции, ну, положительные, и у вас есть, они переходят на вашу страничку и смотрят, вы, да, у вас есть результаты, у вас крутая тема, которая буквально, ну, в СНГ очень мало людей знают. Я думаю, на этом даже останавливаться не будет. Поэтому, друзья, дайте какую-нибудь обратную связь, как вам зашло, как вам вообще эта тема, или есть вопросы. Олег, спасибо большое, информация очень классная, нужная, тем более бесплатно. Да, это вообще как бы, ну, я считаю, это надо пробовать. Спасибо, все доступно и все понятно. Пожалуйста. Да, классно, тема с лимончиком вообще зашла, желтенькая картинка, все классно. Ну, сам делал, да? Да, сам делал. Да, вот я ж soft skills скачаю, беру там, сам начинаю учиться там и какие-то программы там графические эти использовать, какие-то там сервисы. Ну, это классно, весело, да, это круто вообще. Как бы я ж вас учу и тому, что сам делаю, делюсь этим опытом. Ребята, да я понимаю, что, ну да, для, как бы, хорошо, что вам зашло всем. Я думаю, вам надо просто это все переварить. Выложу, естественно, запись, вы еще пересмотрите. Спасибо ее. Большое. Пожалуйста. И, ребята... Запись сюда? Да, запись будет на YouTube, выложу сейчас, обработаю и выложу. Пересмотрите. Плюс эти будут чек-листы, которые, ну, там, всегда можно с собой держать, чтобы поначалу все, не наделать ошибок и, как бы, ну, опять же, не бойтесь делать ошибок. В любом случае, любая активность, она, любой опыт, он всегда хорошо, он строит, он создает базу, стержень у вас, и вы становитесь. Ну, вот реально, давайте расти лидерами мнений. Сейчас видите этот тренд, и, по сути, все вокруг них крутится. И к тому же, видите, не надо никаких денег особо больших там или вообще никаких. Нужно просто работать и использовать опыт, который работает и приносит, принес уже результаты и приносит другим. Угу. Ребята, ну я думаю, все, давайте тогда прощаться. В принципе, меньше минуты написано осталось. Всем спасибо. Все, спасибо, пока. Спасибо. До свидания. Спасибо, пока. Спасибо, пока. Пожалуйста.